Всем привет, с вами Макс Гюнтер. Мы продолжаем играть в игру Party Hard. На очереди неоновая вечеринка на крыше. Так. И что у нас тут такое? Дофигища людей в центре, да? И, кстати, достаточно мало всяких этих. Минуту. Так, машинка, да, у нас тут есть, смотрите. Блин! Фак. Кстати, я выжил, ничего себе, я думал, я сдохну. Давайте почитаем газету, что ли? Так, ясно. То есть копы с каждым разом все злее становятся у нас. А, можно сбросить кого-то с крыши. Так, можно кого-то сбросить вентиляцию. Так, давайте выведем, наверное, колонки. Интересно, кстати, а какие здесь будут полицейские, если это крыша? Аж 68 человек у нас тут. Блин! Охранник, ё-моё! Отвали! Полиция на вертолете прилетает. Круто. Так, будем знать, что у нас там охранник. В черном он. Вон слева даже два охранника. Давайте попробуем, может, сразу их убить машинкой. По-бырому надо, только надо шевелиться быстрее. Одного смели, один еще остался, да? Shadow Master. Так, а что происходит? Почему у меня бесконечно очки начисляют? Что-то я не понимаю. Все оставил. Перестали начислять. Так, колонку можно вывести из строя. Так, и можно вывести из строя еще один. Блин, подождите, пока нельзя. Так, там можно что-то наверху сделать, давайте пойдем сходим. Сначала читаем газетку. Ну, это про убийство лошадьми. Так, что-то я сделал на у диджея. Кого-то скинули с крыши. Окей. Так, сюда тоже можно скидывать. Так, можно тревануть еду, но что-то я побаиваюсь охранника, блин, который не все нормально. Нормалек. Кстати, можно сходить, позвонить по телефону, наверное, вот верхний наш. Кто, интересно, прилетит у нас? О, две. Три тёлки пришло. Так, а тут утилизации вообще нет, да? То есть
Или подождите, или можно кого-то, наверное, убить и скинуть просто на крышу. А, точнее, с крыши скинуть. Так, отлично, да, можно скидывать всех с крыши. Отлично. Скидывай, скидывай. Блин, он не хочет скидывать. А, подождите, хочет, все, отлично. Ты что творишь-то? Скидывай давай. Блин, он не хочет. Чёрт! Подстава. Блин, сейчас вертушка прилетит. Не, подождите, не прилетит, нормал. Отстань. Нет. Отвали. Фух, слава богу. Так, ну чё у меня никак не этот, а не сойдёт. Подозреваемость. Все, все, отлично. Так. Слушайте, а там какие-то эти мойщики окон, только сейчас заметил их. Что там можно сделать? Давайте посмотрим. Можно, смотрите, веревку перерезать. Нормал. Блин, нам нужно убить этого вот придурка. Потому что он... козел, в общем. И чё ты сюда пришёл? Так, ну, скинуть-то можно отсюда, не? Блин, отсюда нельзя скинуть. Блин, да что ж такое? Так, у нас, блин, спящий далеко. Хотя не, нормально, давайте попробуем спящего кинуть. Вентилятор. Так, скинули тёлку с крыши. Отлично. Тем временем осталось... Эй, он жив? Какого хрена? Да блин, чё он встаёт-то, ё-моё? А блин. Какого хрена? Какой-то баг. Чёрт, сейчас опять мусора прилетят. Нет. Давайте куда-нибудь подальше убежим. Нет, нет, уйди! Да блин! Ёшкин кот. Ой, я надеялся, что все пройдет так быстро. Ничего подобного. Так, машинка, машинка быстрей. Да, черт, меня раздавило в результате. Отлично, два охранника готовы. Слева, кстати, смотрите, какой-то кейс есть.
Что у нас в кейсе? Одежка. Нормально. Так. Блин, что я сделал? Я переоделся. Ёшка. Фига себе, там взрыв. Аллах Акбар произошел. Так, почему меня не засчитали этих уборщиков? Я думал, они тоже в общем списке. Далее, ачивка называется Хейстоп. Не помню, в чем она заключается. Слушай, а чё, тётку хотят арестовать? За что? Да блин, чё, какого хрена, там же... Всё, отлично. Ну, жирный, иди сюда. Жирный! Отлично. Так, в утиль жирного. Нет, не жирный был, это, в общем, какой-то худой, но тоже подойдет. Так, что еще? Вот я не понимаю, что можно сделать на... у диджея на столе. Гонга лайн, не знаю. А, слушайте, люди подойдут танцевать. Осталось 17 человек. Так. И чё это они все хороводом кем-то ходят, блин? Чё происходит вообще? Кто-то заснул на балконе. Точнее, не на балконе, господи, чё я говорю, на диване с трупом, вот где он заснул. Так, ну давайте, наверное, убьем диджея, скинем его с крыши. Отлично. Так, ну а с этим ты что делаешь? Тут мясо, что ли? Давайте пробуем устроить мясо, что ли, я не знаю. Так, ну-ка, ни хрена себе меня заботикали. Нет, пошли вы нахрен. Черт, беги! Так, сейчас главное это. Блин, он был слишком быстр, нет! Нет! Все отлично. Хрен вам.
Так он не хочет перебрасывать, да? Ну да ладно. Осталось ровно 10. Скотина, стой! Давайте попробуем маневр со столом. Да блин, да пипец. Ой, фак. Не, тут на храпом как-то не получается. Нужно... Нужно по-бырому все ловушки расставить. Во! Сразу 30-ник, офигеть. Так, один охранник еще остался, да? Окей. Сам с собой умер. Сам себя как-то он, не знаю, убил. Блин, стой! Так, чё он не хочет? Ну ладно. Бля, охранник ходит, да? Блин, а, всё нормально. Фу. Давайте тут устроим мега. А блин, ничего вообще мега не получилось. Быстрее переодевайся, черт! Пошли нахрен! Да, пипец. О, ё-моё. Бастит. Вот раз одна колонка, все, устроим. Блин, нет, там этот охранник злой. Что-то, блин, машинка вообще не алё. Одного все размазало. Так, чё он стоит? Во. Так. 29 осталось. Так. Отлично. Блин, да какого хрена? Давай-ка. Улетай. Так. Да блин, какого хрена он не упал?
Да блин, иди в жопу. Скотина. Стамина кончилась. Так, а копы-то где? Ёба мать, вот он! Фу, отстань, отстанет меня. Фу. Фу. Да блин, да что с ним происходит-то, ё-моё, почему они не убиваются? Всех с крыши нам бросаем. Да блин, да вот... Да пошел ты в жопу, Вася. Где полицейский? Он сейчас сюда же прилетит. Или через лифт приедет. Не, через лифт. Так, тогда лучше на самый крайний этот. Да, иди сюда, иди сюда. Блин, не надо! Нет! Нет, отвали! Забей, не надо! Черт. Блин, а? Фу. Как-то можно вырваться, не? Не, нельзя. Так, давай что-то делаем. Ход конем. Сразу пошерстим на этой. Во-первых, тут все сделаем, да? Пошерстим вот тут. Да, вот они пришли сюда. Тут, блин, надо было подождать. О, нет, идут, смотри. Давай, 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 ребят. Танцульки. Отлично. Что это такое? Бомба, да? Бомба. Так, ну я думаю, бомбу надо положить на танцпол. Вот так вот. Чё, какие копы? Я вот ни при чём. А, это усыпляющие, блин. Так, надо успеть. Вообще, кстати, прикольная штука. Да блин, ну ладно, хоть двоих. Так, давайте здесь. Двое спящих, двое не спящих. Так. Блин, ну какого? О, господи. Он мертв, да, нет? Блин, да вы пипец, а? Нет, слушайте, он не мертв. Set up bomb. И чего? А зачем я? Ну ладно, давайте тут у вас там еще вторая была, что ли? Я что-то не понял. Так, а это такая же спящая бомба, да? Ну вот чё он не бросается? Жму Б. Всё, выбросил. Так, надеюсь, с этой проблем не будет. Да бросайся ты, ё-моё, да блин.
Даже пиксельные игры, то не могут без багов лагов сделать. Ну вообще, ну вы даете, а. Будем тут ждать, если тот сюда пойдет, то будем их резать. Да блин, он заметил так! Скотина. Ну ладно. Четырнадцать человек осталось. Главное сейчас не налажать. Верхние так и не заметили телку, да? Так, звонить я не буду. Ну его нафиг, то приедет еще две, три тушки, блин, еще потом с ними возиться, да? 12 человек осталось. А, это врач. Да стой, тварь! Блин, какие же они быстрые, пипец. Фак. Скотина, мразь, нет. А так откуда он приедет, интересно? Он из лифта придет, да? Ага. Блин, ну не дай бог сейчас будет, а? Нет, 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 не надо. Ладно, есть че. Фу-фу-фу. Вывезло. Хрен тебе, стукачка сраная. Восемь человек. Ой, меня удивляет, как они могут после всего того, что увидели, продолжать танцевать. Хрен тебе. Сюда ее положим. Семь человек, да? Сейчас заметит слева. Так. Отлично. Четыре человека. Так, два человека осталось, да? Давай вали на своем вертолете с храном. Последний. Все. Фу. Ну что, смотрим очередное видео. Mm-hmm.
И потом не было ничего. Месяцы, месяцы, ничего. Фрустрация, тишнота, тишина. Мистер Вест, пожалуйста, давайте сосредоточимся на фактах. Что вы думаете, он делал во все это время? Черт подери, если бы я знал... В общем, полицейское расследование дошло в тупик. И потом однажды в пустыне был какой-то вроде незнакомец, что ли. Был парень, который ехал один ночью. Он не говорил много. В общем, парень просил помощи. В общем, ему нужна помощь, чтобы проехать на вечеринку на корабле. Так, и следующая у нас миссия — вечеринка на корабле, но займемся мы ей уже в следующем серии. На этом все. Оставляйте комментарии. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, зовите своих друзей, подписывайтесь на канал. С вами был Макс Гюнтер. Всем пока.